просто по традиции слово гостям. Ну, конечно, с одной забитой шайбой матчи не выигрываются. Мы уже 4 игры провели, и в каждой игре говорим, что без бросков, голов, естественно, забивать мы будем по одной шайбе. Потому что, имея там в третьем периоде удаление преимущества, играя 5-3, мы разводим академию. Из-за этого больше одной шайбы, еще раз говорю, не забиваем. Ну, приедем, нужно будет над этим, как говорится, работать. Все. Спасибо. Хорошо, что выиграли. Важная победа и в эмоциональном, и в психологическом плане. Что сегодня порадовало, да, это, в общем-то, игра в обороне. Да, были какие-то моменты точности, да, но в целом понравилось. Игра в меньшинстве, 5-5, что касается обороны. Ну, в атаке, конечно, довольно-таки без зуба сыграли нападающие. Вроде как, даже когда играли в зоне соперника, в зоне атаки, все по углам. Один, пожалуй, момент, может, когда Игорь Мусатов вылазит, вот, положительный. Вот. Но, опять же, повторюсь, да, доволен то, что выиграли. Спасибо. Есть вопросы, уважаемый журналист? Ну, компания Фарс будет задавать их попозже. Попозже, да? Тогда нет, спасибо. Как может оценить соперника? Что? Как соперника может оценить сегодня? Ну, я не буду оценить. Наверное, главный тренер команды, правильно?